Ленинграде с 80-х годов и по сей пору существует термин искусства нонконформизма. Есть разные определения того искусства, которое возникло после Второй мировой войны в СССР и с разной степенью активности проявляло себя на протяжении десятилетий, может быть, более успешно и более открыто в эпоху оттепели, и более драматично, и даже трагически в 70-е годы. То искусство, которое для нас очень важно, поскольку мы сейчас с вами живем во время, когда есть только одно искусство – современное. Во всяком случае, во всем мире. Но в России по-прежнему все по-другому. И у нас есть, как будто мы, знаете, проскочили, как всегда, несколько этапов, и опять оказались то ли впереди, то ли позади. Непонятно, у нас есть Академия художеств, например, которая снова претендует на какое-то более-менее ведущее место. Но нам важно изучать сейчас этот опыт другого неофициального искусства в СССР, поскольку очень многое из того, что там было, живет и по сей пору. И очень многие художники, которые тогда состоялись, сейчас, те, кто живы, классики современного искусства именно России. И именно благодаря им это современное искусство и состояло здесь, начиная с 90-х годов. Иначе странно было бы предположить, что современное искусство возникло в постсоветской России как некий карго-культ, принесенный извне и теперь вот пустивший здесь корни. Лекция моя посвящена не, собственно, тому, что такое другое искусство и каковы его были основные представители здесь, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, а угол немножко другой. Вот что осталось от этого искусства, за исключением произведений. А что мы знаем о том, как оно совершалось, как оно жило здесь, как взаимодействовали, общались между собой художники, какие они выставки устраивали. Собственно, то, что являлось той самой тканью процесса, событий другого искусства, а то, что называется художественная жизнь. Вот художественная жизнь – это тоже феномен истории искусства, а не только беллетристики, мемуаров. Мы бы, может быть, не так воспринимали бы каких-то значительных художников XX века, не говоря уже о прошлом, если бы их имена не были окружены разного рода легендами, мифами, очень притягательными, обаятельными, без которых невозможно было бы относиться к ним как к живым людям, а не как к памятникам, да, которые вот оставили после себя некое количество картин и только. Да. А вот мифология в искусстве очень важна. Важна, как она создавалась, как создавалось это произведение в ореоле мифов, как творился этот миф другого искусства. Но есть миф, да, а есть факты. И любопытно как раз сегодня будет посмотреть, как в объективе ленинградских фотографов, прежде всего ленинградских, хотя речь пойдет на лекции о том, как проходило общение Ленинграда и Москвы. Это тоже отдельный сюжет, поскольку общение это происходило довольно трудным образом. Не было каких-то таких хорошо отлаженных связей между художниками неофициальными андеграунда, и это все происходило достаточно спорадически и благодаря активности исключительно отдельных ярких личностей. Очень важно понять, что речь пойдет также о
очень таком кратком периоде другого искусства в Ленинграде, это 70-е годы. Считается, что возникнув где-то сразу после Второй мировой войны, другое искусство, причем в Ленинграде оно возникло в самом сердце художественной жизни нашего города, в Академии художеств, я имею в виду, что именно там помещалась СХШ, средняя художественная школа, на верхнем этаже как раз там жили и воспитывались будущие художники, которые выкинуты из школы, не пропали, а организовали орден нищенствующих живописцев. Это Арефьев, Шагин, Шварц, Вас, Мегромов, и также к ним присоединялся и поэт Ральд Мандельштам, рано скончавшийся от туберкулеза. Так вот, это такой вот, конечно, героический период начала зарождения другого искусства. Потом имел какую-то свою романтическую, эйфорическую фазу эпохи оттепели, когда у художников появились надежды на изменение идеологической ситуации, изменение форм контроля административного за художественной жизнью. Здесь отрезвляющим событием была выставка в Манеже к 30-летию Московской организации Союза художников, да, которую искусствовед Юрий Герчук остроумно назвал «кровоизлиянием в мозг», где Никита Сергеевич Хрущев, в общем, в свойственной ему артистической манере, все знают о том, как он ботинком, на самом деле не ботинком, а выяснилось сандалием, потому что было жарко, лето, стучал по кафедре вот, Зала Объединенных Наций в Нью-Йорке, обещая показать Кузькину мать. Но здесь он показал Кузькину мать художникам, и возник страх. Вот в мемуарах Кабакова это описывается очень хорошо, он даже вычерчивает график амплитуды страха, который то возникает, то зарождается, то падает. И вот где-то вот 62-й год, да, это, конечно, один из пиков страха, просто боялись. И вот в этой такой непростой атмосфере страха и отчужденности художников друг от друга, да, потому что все информационные каналы отслеживались, перекрывались, возник прецедент. Возник он благодаря, ну, скажем так, как всегда, стечение обстоятельств, но все-таки инициативе нескольких, ну, таких особо взыскующих к тому, чтобы не пропасть здесь вот в каком-то художественном, скажем так, гетто, да, каким представлялось властям другое искусство, ну, пускай они что-то в подполье там творят, в конце концов об этом никогда ничего не будет известно. И вот стремление преодолеть этот барьер отчужденности от всего мира, да, а напомню, что иногда другое искусство видится как такой странный, доморощенный прецедент мирового современного искусства. Ну вот там у них была абстракция, ну и у нас была абстракция, ну так вот как-то, да. И у них был концептуализм, и у нас, и так далее, да. Вот с самого начала могу сказать, что художники не благодаря оттепели 60-х годов почувствовали себя приобщенными к тому, что делается в мире. И в 1974 году состоялась первая выставка, которая стала частью вот этой мифологической культуры андеграунда. Она получила название «Бульдозерной выставки». Она произошла 15 сентября 1974 года в Москве. И к ее организации были причастны разные и в то же время ленинградские художники. Сейчас я сразу же, ну, мы попозже к этому слайду обратимся, это уже более или менее другая история. А вот я покажу фотографии художника, причастного к созданию этой легендарной выставки. Это Евгений Рухин, ленинградский художник, сын потомственных геологов, сам первоначальный геолог по образованию. Он в 60-е годы знакомится с москвичами. Это прежде всего Оскар Рабин, Валентина Крапивницкая, Владимир Немухин. Оскар Рабин – один из представителей так называемого раннего андеграунда Лианозовской школы. Немухин, Крапивницкая – тоже художники очень индивидуального такого
плана вот, второго модернизма, очень характерного представителя направления. И вот они познакомились, и, собственно говоря, благодаря этому знакомству Ленинград обрел второе дыхание, это поддержка в лице Москвы. А надо сказать, что вот на то время, это начало 70-х годов, в Ленинграде, в отличие от Москвы, был несравненно более удушающий, очень тяжелый такой идеологический климат. Связано это было с особенностями партийного руководства городов Москвы и Ленинграда. Вот 70-е годы, которые сейчас принято говорить временем застоя называть, здесь безраздельно правил Григорий Васильевич Романов. Ну, он не был одиозной личностью, но именно при нем, смотрите, в 70-е годы, с одной стороны, открываются первые выставки неофициального искусства, с другой начинается массовая эмиграция из Ленинграда. Сколько уехало выдающихся представителей, да, неофициальной культуры, и литераторов, и режиссеров, и писателей, и так далее. Это была фигура, которая, ну, создала такой климат подавления, всяческого любого инакомыслия, что нельзя сказать о Москве. И вот здесь, может быть, и коренится причина, ну, различия стартовых позиций неофициального искусства Москвы и Ленинграда в 70-е годы, которая дала потом о себе знать уже в 80-х годах во время перестройки и в 90-х в постсоветское время. Итак, вот Рухин, а также вот названные, да, художники, а также ленинградский художник, я потом покажу его на фотографиях, Юрий Жарких, коллекционер Александр Глейзер, решили в Москве организовать выставку. Выставка эта была организована на окраине Москвы. К счастью, неподалеку находилась квартира Виктора и Маргариты Тупицыных, где была возможность накануне, так сказать, накопить работы, которые могли бы быть потом показаны. Эта выставка фактически ее не было. Художников сразу же хватали, поскольку наши доблестные секретные службы, конечно же, знали о готовящейся, конечно же, провокации, а как же еще? Но, тем не менее, и этом отличие, например, Москвы от Ленинграда, там присутствовали представители дипкорпуса и корреспонденты западных информационных служб. И благодаря этому именно это событие стало медийным. И вот речь идет о том, что где-то начиная с 70-х годов история мирового искусства пишется событиями, которые происходят в сфере репрезентации. Это выставки, это большие выставки, у которых есть кураторы, у которых есть идеи, концепции и так далее. Бульдозерная выставка была осознанной попыткой заявить о себе после подписания Хельсинского меморандума по правам человека, где присутствовала СССР и где сам Леонид Ильич Брежнев поставил личную подпись, сам не думая, что придется за это отвечать. И вот 15 сентября выставка с легкостью была разогнана, да, и говорят, что это была одна из самых эффектных вообще акций художественных, да, представьте себе, поливальные машины, бульдозеры, художник Оскар Рабина, который проносит несколько десятков метров на ковше эскаватора, да, куда-то тащит всех в отделение и так далее. Тем не менее, эта выставка имела резонанс. И именно в западном сообществе имела резонанс. Благодаря чему, собственно, и началась легализация другого неофициального искусства и сложилась в 70-е и 80-е, вплоть до перестроечных времен, культура советского андеграунда. Вот именно она, да, и будет сегодня в объективе фотографов, которые поняли, что создается история, творится история, да,
то, что фактически было выключено из истории, носило такой неофициальный подпольный характер, стало эту историю на глазах вот поколения художников, литераторов обретать. И вот благодаря этой бульдозерной выставке и стало возможным после 15 сентября организовать, во-первых, вскоре в Москве выставку в Измайлово в парке, а в Ленинграде, и это тоже получилось очень скоро, смотрите, прошло всего несколько месяцев, да, и вот теперь я вернусь к тому слайду, к Рухину мы еще тоже вернемся, значит, слайду, пригласительному билету, который вот гласит, что 22 декабря выставка, которая работает во Дворце культуры имени Газа. Что такое Дворец культуры? Это нечто такое периферийное, скромное, лишенное амбиций, но стоит сказать, что вот в Ленинграде, в неофициальном искусстве, именно в ДК как раз и была питательная среда для формирования другого искусства. Что такое ДК? Ну, это дома культуры, где люди, например, все рабочие люди, занимаются творчеством. Каким? Ну, не профессиональным творчеством, но самодеятельным. И, конечно, представление художников в рамках вот ДК, это означало определенную планку, понижающую планку. Но, с другой стороны, смотрите, что такое ДК Газа, а потом и ДК Невский? Это дома культуры двух крупнейших заводов Ленинграда. Путиловский, Кировский, и Семянниковский, Невский машиностроительный. Это два гиганта промышленных. И два самых больших ДК, сказать, что их задвинули художников в какой-то маленький выставочный зал, где им не дали дышать, нет. Эта выставка вот в ДК «Газа» действительно была значительным событием. Это был настоящий прорыв, хотя, как водится тогда, интерес к другому запретному искусству в СССР был очень велик, и выстроилась очередь больше, чем в мавзолей, как говорят, по 20 минут запускали, потом кричали в репродуктор, что граждане, поторопитесь, ваше время истекло. А там был такой анекдотичный момент, сержант милиции, который вот, хотел сказать, курировал, да, но вы же знаете, да, что слово «куратор» в СССР впервые появилось как раз в КГБ. Вот. Так вот, конечно же, были кураторы, которые курировали сферу направления с неофициальным искусством, но сержант, когда заметил, что художники пытаются протащить своих в шутку, ну так, в шутку и всерьез, репродуктор кричал: «Художники, к стенке, все остальные, всех остальных расстрелять!» Сержант не был таким истуканом, он, как вспоминают художники, наизусть читал, например, стихотворение поэта Гумилева. Тем не менее, у многих участников этой выставки был настоящий страх. Вскоре, в феврале, состоялась выставка в ДК «Невский». И вот фотографии фотографа Геннадия Приходько доносят до нас как раз образы этих экспозиций. В глубине, посмотрите, два таких атланта, да, два самых высоких художника Петербурга. Это Андрей Геннадьев и как раз Евгений Рухин. Они так фланкируют, замыкают эффектно вот всю эту живописную очень массовку. Вот как раз фотографии Приходько фотографировал художников около своих работ. Вот здесь вот Дышленко, Захаров Рос, Рухин.
А здесь как раз события, которые предшествовали этой выставке, да, это Рухин и кто? Александр Арефьев, собственной персоной. Вот тот художник, с которого, собственно, и началась история формирования неофициального искусства Ленинграда, лидер ордена непродающихся живописцев, да, художник, благодаря которому даже этот орден получил другое название в литературе – Арефьевский круг. Вот я тоже покажу его фотографии. А вот здесь обсуждают как раз тактику, так сказать, и стратегию того, как вести себя, да, как общаться с властями, какие документы принимать. Здесь художники уже независимая сила. Многих из них вот, разметало по свету. Да, вот, кто-то рано умер. Вообще, если рассматривать биографии каждого из них, да, то ну, нет ни у кого какой-то благополучной биографии. 70-е годы были очень драматическим испытанием. Надо помнить, да, что это был для художников сознательный выбор, очень непростой. Выбор, совсем не подразумевающий быстрой карьеры и так далее. Да. Вот можно думать о том, что в Москве он был, да и в Москве, конечно, его не было, этот путь наверх, да, в карьеру и так далее. Именно поэтому, кстати говоря, вот от бессилия, от осознания того, что да, конечно, победа есть, да, достигнуто соглашение, так сказать, между властями и художниками о том, что теперь можно будет делать выставки, не рискуя за то, чтобы тебя забрали в милицию или еще, может быть, даже дали срок, потому что художники боялись, реально. Многие пришли на выставку уже, так сказать, готовыми с передачами буквально, готовыми к тому, что это все закроется и их заберут. Ну вот смотрите, вот среди лидеров, да, вот как раз Жарких, Рухин, вот они двое здесь, да, вот здесь же Александр Манусов, замечательный художник-экспрессионист, Александр Леонов, Глеб Богомолов, Игорь Иванов, да, замечательный, недавно скончавшийся, да, художник, один из, одна тоже из легенд, можно сказать, ленинградского неофициального искусства. Потом здесь же Геннадий Устюков, да, и вот Шленко, да. Да, я забыл сказать, Владлен Гаврильчик, господи, замечательный. А вот здесь, смотрите, фойе ДК «Газа», где все веселы и как-то некоторое оживление. А больше всех веселится вот этот человек справа от нас, справа в той группе слева. Да? Но если вы обращаете внимание на то, кто как одет вообще, кто как держится, да, то он немножко отличается от других. У него, что ли, более такой цивильный, официальный, что ли, ну, более такой цивильный вид, да, это Борис Угаров, один из ну, столпов Ленинградской академической школы, тогда председатель Союза ленинградских художников почтил вниманием выставку ДК «Газа». И вид у него совсем не бюрократический, он очень весел, он смеется, да и всем весел, и Рухин смеется, и Жарких улыбается. Вот, и все как-то счастливы, да, может быть, счастливы, потому что уже не посадили. Выставка пользуется успехом, ну, невероятным успехом, ажиотажем, да. Я все время думаю про эти легендарные времена, когда открывается какая-нибудь выставка современного искусства в галерее, и приходят, конечно же, на вернисаж какие-то приближенные к художнику и галерее люди, но потом-то что, потом,
куда делся этот интерес к искусству, да, как к такому хлебу насущному. Да. Для 70-х годов Ленинград не был избалован, конечно, художественными выставками, да, но и сейчас их не то, что уж прямо пруть пруди и не знаешь, куда пойти, да, но тогда, представляете, да, район стачек, да, до Кагаза, вдруг какая-то выставка, всего несколько дней, всего 3 дня, да, очередь вообще, что показывают, непонятно, да. Выставку, кстати, в последний день работы, и это тоже знаменательно, да, какая-никакая была власть скверная или там одиозная, но посетил Григорий Васильевич Романов. Вот, ну, видите, да, вот много ли сейчас выставок, которые современного искусства, которые посещает руководство города. Я к тому говорю, что я сейчас не пытаюсь что-то такое провозгласить, но хотел сказать, что искусству вообще некоторая ангажированность социальная, да, политическая, в общем, часто идет на пользу. Вот неофициальное искусство, андеграунд, собственно, формировался в условиях такого пресса, с одной стороны, а с другой стороны, уступок власти. И в то же время это было время надежд. Вот смотрите, какие лица присутствуют на выставке. Да? Это работы все того же Приходько, да? Фотографа, который снимал художников на фоне своих работ. И вот, раз уж здесь он снял Евгения Рухина, давайте задержимся, и я немножко расскажу об этом замечательном художнике, лидере, собственно, лидере вот, ленинградских нонконформистов. На этих фотографиях, которые мы сейчас увидим, он сфотографирован другим фотографом, не Приходько. Это Игорь Пальмин. Фотограф, который последовательно в 60-е и 70-е годы запечатлел очень много персонажей, сюжетов из жизни другого московского искусства. Там есть все имена, которые сейчас золотыми буквами прописаны в истории русского искусства XX века. Может быть, конечно, благодаря тому, что Рухин познакомился с москвичами и постоянно поддерживал этот диалог, и ездил в Москву, привозил работы, обменивался, в свою очередь, работами коллег, и был тот, кто инициировал выставку, открытую выставку, как жест публичный, да, конечно же, на волне диссидентского движения, выставку вот, Беляева, бульдозерную выставку, Евгений Рухин был как раз тем человеком мира, о котором я говорил относительно того, что другое искусство не мыслило себя другим внутри страны, оно мыслило себя другим в рамках мирового художественного сообщества, то есть соединяясь, подавая руку самым ярким художникам мира. Вот, кстати, он, Рабин и Крапивницкая. И это фотографии на выставке в ДК «Газа». Так вот, представьте себе, в 60-е годы вам попадает альбом знаменитого художника поп-арта Джеймса Розенквиста. И на последней странице вы вдруг замечаете, что там есть адрес художника. Вы думаете, а что, если послать ему письмо? И посылаете. Письмо доходит. И завязывается перепиской. Так сделал Рухин. И в конце концов, слово Розенквисту, ленинградский художник Евгений Рухин увидел мои работы в каталоге выставки в Музее современного искусства Нью-Йорка. Они ему понравились. Сейчас я переменю пластинку, извините.
потому что здесь есть более ответственный кадр. Вот, смотрите. Они ему понравились, и он выслал мне из России книги и записи музыки. Я выслал ему степлеры для натягивания холстов на подрамник, бумажную ленту и прочее. В Ленинграде этого не было. Постепенно мы подружились. В 1965 году я был в Швеции, пошел в советское посольство и получил визу. Самолет на Ленинград был полон нью-йоркских евреев, закупщиков меха. Они регулярно туда летали. По прибытии в Ленинград взял такси перед гостиницей, дал таксисту адрес на бумажке, и он отвез меня. И зашел в большой подъезд. Там какая-то пожилая женщина мыла шваброй пол. Я стал говорить: «Рухин, Рухин!» Она закивала: «Да, да, здесь живет». Я поднялся, позвонил в дверь. Евгений открыл и закричал: «Розенквист!» Это фотография Пальмина во дворе его мастерской, сделанная, когда он натягивает подрамники, мастерской, которая находилась на Красной, теперь Галерной улице, вот, собственно, здесь рядышком. И именно там произошли трагические события, когда при невыясненных обстоятельствах Рухин загорелась мастерская, считают небезосновательно, и так это никогда, наверное, не будет уяснено до конца, что это был поджог, и он, спасая своих друзей, которые остались с ним ночевать, задохнулся в дыму и погиб. Вот эта фотография Пальмина, когда Йозеф Киблицкий, Оскар Рабин, Рухин, Крапивницкая садятся на дебаркадеры, на кораблик, и сейчас поедут кататься по Неве. Эта фотография как раз в гостях у Рабина сделана. Теперь фотографии другого плана, среди которых много фотографий и Рухина. Да, есть, конечно, особенность в том, что Рухин был художником, который не боялся выходить по дипломатическим каналам на разных представителей западного художественного сообщества. И вот Розенквист ведь уже знал, что Рухин – это не какой-то там, может быть, художник, не художник, псих, может быть, да, который ему послал письмо, мало ли, а что это художник и очень высокоодаренный художник. А вот его работа, которая оказалась на Западе, между прочим. Смотрите, это очень страумная работа, это кусок стены. Это кусок стены. Причем там есть сокровенное слово, которое зацензурировано, кстати говоря. Вот. А вот как раз фотография, сделанная, но это, правда, не бульдозерная, это в парке Измайлова. Выставка, сделанная именно там. Тоже фотография Пальмина «Сообщество художников», где в центре Анатолий Белкин, тоже один из замечательных историографов русского искусства. Итак, вот работы Рухина. Да, это такой, опять-таки, видите, как плохо, когда есть словарь, к которому нужно обращаться для того, чтобы объяснить нечто оригинальное. Да, когда мы хотим что-то такое опознать, мы используем знакомую терминологию. И, конечно же, здесь мы говорим о двух направлениях американского искусства – абстрактный экспрессионизм и поп-арт. Но основания искусства Рухина, они и те же самые, и другие. И вот как раз попытка понять, как из какого круга общения и каких источников складывался этот уникальный художественный опыт, как раз и возможность этого создается при внимательном рассмотрении фотографий. Вот здесь его работы вместе с работами внизу, например, Игоря Иванова, фигурирует. Веселый, очень жизнерадостный, высокий, красивый человек. Вот он погиб. Погиб.
И эта смерть стала, ну, каким-то таким очень тяжелым знамением для многих представителей ленинградского андеграунда. Вот его отпевание в Никольском соборе. Мы видим как раз нижнюю часть, да, этого собора и несколько гробов, в одном из которых Рухин, он похоронен был на Южном кладбище. И несколько времени спустя художники решили провести акцию его памяти, сделать такую вот выставку под открытым небом у стен Петропавловской крепости. Естественно, у нее такая же была участь, как и у выставки бульдозерной, то есть не столь жестокая, но столь же превентивная и жесткая, да, я имею в виду, что никому не удалось выставить свои работы. Правда, существует легенда, что выставился один художник, ну, потому что как художников? Вот мы видим, что, вообще-то говоря, художников можно было легко опознать. Например, на фотографиях хорошо, Рухин, да, такой вообще удивительный красавец. Но вообще художники, ну, кто это такие? Вот, например, смотрите, беседуют между собой Евгений Михнов-Войтенко и Юрий Дышленко, да. Ну, прежде всего, это бородачи, косматые, длинноволосые. Обычно у них какая-то такая свободная форма одежды. Ну и кто, кроме того, легко опознать художника, идущего на выставку, потому что у него специфический багаж. Да? Это все-таки нечто напоминающее произведение искусства, да? Хотя бы в упаковке. Так вот, как будто бы один художник только сумел выставиться. Им был только-только открывший в себе художника Боб Кошелохов. Типичный такой представитель андеграундной культуры, завсегдатый Сайгона. Накануне ему открыли, что он художник. Ну да, у Тимура Новикова была такая идея, что художники возникают благодаря просвещению или передаче некого духовного опыта, который он, учившийся в индуистском интернате, знал по имени Парампара. Так вот, вот художник Кернер, да, как-то ночью, беседуя с Кошелоховым, вдруг заявил: «Да ты же художник». И Кошелохов поверил. И, собственно говоря, первое, что он стал делать, это объекты. И вот у него был объект под названием «Восклицание», где была использована, в частности, в духе, кстати, Дюшана, разная сантехническая такая вот фактура. Вот. Короче говоря, его не задержали по тому причине, что он, конечно, был косматолаз, но ничего похожего на произведение искусства не нес. Да? И вот восклицание, то есть, ну, как бы, вот, да, обратите внимание, да, один из первых объектов в неофициальном искусстве был сделан Бобом Кошелоховым. И вот эта выставка, да, она не состоялась, но сохранилась фотография, где художники, ну, такие немножко угрюмые, подавленные, сидят на пляже Петропавловской крепости и начинают импровизированно читать стихи. Вот я покажу просто разные персоны, поскольку это очень важно, да, для того, чтобы нам прикоснуться к вот тому, как эти люди выглядят. Вот Орех, Арефьев, художник, также эмигрировавший и очень скоро погибший под колесами автомобиля, будучи пьяным. Он приехал в Париж, там было много дешевого вина, а у него было много разных страстей, в том числе алкогольные, и вот он там погиб, Париж сглотнул еще одну жертву, да, потому что, ну что говорить, Монмартр, да, которым грезили как раз художники Арефьевского круга, был тоже тяжелым испытанием для них. Орех носил тельняшку. И, собственно говоря, митьки, которые во многом
были обязаны вот арифьевцам, и один из арифьевцев Шагин, да, эту форму одежды сделали своей униформой, скажем так, митьковской, да, вот как можно было бы здесь сопоставить одно и другое. Сейчас я покажу Шемякин, который эмигрировал еще раньше, до всех легендарных выставок, еще в 1972 году в Париж, и там сумевший сделать себе биографию. Но также, чтобы мы знали о Шемякинах, если бы не фотографии, с того же, кстати говоря, Приходько, который фотографировал домашние акции в духе такого ну, готического, да, Петербурга, который устраивал Шемякина себя дома в коммунальной квартире, покупая окровавленные туши в духе Хаима Сутина, да, переодеваясь и так далее. Кстати говоря, вот Константин Кузьминский, о котором сейчас еще вскоре пойдет речь, как-то обмолвился, что вот фотограф, один из героев нашего сегодняшнего рассказа, который очень много, фотографий которых очень много проходит здесь, Геннадий Приходько, как раз обслуживал Шемякина, сам не зная того, что он художник, а просто так, потому что ему вот нравилось общаться с художниками. Да? Ну, вот это работа Гаврильчика. Да, это здесь празднуют успех в ДК «ГАЗа». Вот фотограф запечатлел в данном случае несколько разных лиц. Игорь Иванов, также вот так давно скончавшийся художник, один из ярких представителей вот такого ленинградского интимного экспрессионизма, да, у него очень такой сокровенный, затаённый стиль работ, где есть интерес к двойничеству, к маскам, к куклам и так далее. Но вот характерная сцена тоже из жизни неофициального Ленинграда 70-х годов. Художники и поэты. Этим ленинградский андеграунд был родственен авангардной культуре, поскольку поэты и художники очень много общались и входили в одни и те же круги. Вот слушание стихов поэта Шерали, очень популярный поэт-романтик в свое время, да, который привлекал на квартире Петровичева, да, здесь Петроченкова, извините, он читает свои стихи. Вот он сидит в кресле. Среди поэтов можно увидеть и легендарного также Виктора Кривулина. Обратите внимание, да, что на стенах. Ну да, конечно же, подборка самоваров – это такая остаточная любовь, да, к крестьянской культуре, такая вот альтернативная, может быть, прозападническому в целом андеграунду эстетика деревенщиков. Но так или иначе, это очень яркий элемент, да, интеллигентской культуры 60-х, 70-х годов. Вот любовь к разного рода низовой такой провинциальной эстетике или даже эстетике китча. Ну вот, здесь, в этой атмосфере, да, а именно атмосфере, да, потому что, вы видите, все курят вообще. Курит, каждый второй курит. Тоже характерное явление, да, где там сейчас, вот где вообще дома, сразу нашикают, говорят, что это такое, как это так вообще, выйди, выйдите и прочее. Да, ну, вот Бродский, уехавший, да, в Америку, он же пользовался этим привилегированным правом курить на лекциях и курил, да, а замечательный филолог Панченко также курил на лекциях в университете и прочее. Но вот сигарета как такой атрибут, да, открытой художнической жизни и свободы. А вот здесь замечательная фотография, и мы видим, что везде орех буйный. Он так и был, он таким и был, буйным, да, и в быту, и в искусстве, и есть фотографии, где вот глаза у него буравят с такой же силой энергии, как вот на фотографиях Пикассо.
Но вот когда смотришь, да, вот просто лицо человека, то очень важно сопоставить его стать, фактуру, вообще мощь какой-то, да, его художнического обаяния с, собственно, лицом. Александр Рапопорт и Владимир Овчинников также на этом кадре. Художники совершенно разного плана. Вот когда выставка в ДК «Газа» и «Невский» состоялась, выяснилось, что при очень многих каких-то схожих моментах сказать, что перед нами какая-то монолитная другая культура, в которой господствует одно, два или три художественных направления, нельзя. Выяснилось, что это вообще довольно очень пестрая, такая богатая на разные индивидуальности картина. А вот тоже любопытный кадр. Здесь в гости к ленинградцам приехал Венедикт Ерофеев. Вот он здесь справа, и над ним возвышается фигура Андрея Геннадьева, художника. Арефьев лихо подписывает, создает автограф на наших глазах. Здесь тоже художники Манусов и Окунь. Вообще, вот 70-е годы, это было временем, а вот мастерская Арефьева, перед его отъездом, здесь художники Манусов, да, и Гаврильчик, работа Арефьева, и, кстати говоря, неизвестно, где она находится, поскольку Арефьев не заботился о сохранности картин, и очень много картин просто ушло в неизвестном направлении. В настоящем времени это художник, который только еще ждет своей большой какой-то выставки, где будут, надеюсь, кропотливо собраны многие из его работ. Ну вот, вы, может быть, помните, была выставка «Художники Парижской школы», где вдруг обнаружилось, что несколько десятилетий, да, работы, например, Хаима Сутина, да, или Модельяне не обнародовались, благодаря тому, что они были в частной коллекции. Также и вот судьба многих произведений ленинградских нонконформистов, она драматична, да, мы до сих пор не знаем, где находятся эти вещи. Вот перед нами здесь как раз художники Арефьевского круга и Наталья Жилина, и Арефьев, и Шагин. Работа, это фотография, это отражает как раз такой дружеский круг общения, который складывался между ними на протяжении десятилетий. Это на тот момент молодой художник газоневской культуры Леонид Борисов. Леонид Борисов, который один из единственных в нашей стране вообще в неофициальном искусстве художник-минималист. Это такой вариант отечественного минимализма. Напомню, что он сформировался, и вот здесь есть целая серия фотографий, я сейчас покажу фотографии, которые связаны с таким эпизодом. Ну, многие уезжали, да, как я сказал, эмигрировали. И вот у Приходько есть целая серия фотографий, связанных с отъездом художника, вот он слева от нас, о котором сейчас мало что вообще известно. Это Александр Леонов, в свое время очень важная фигура. Напомню, что вот на выставках, сейчас покажу, в ДК «Газа» и «Невский» он отличился вот такого рода работой. Смотрите, это необычная вещь, это скульптурный объект, вещь, которая скорее выламывается, да, из такого живописного графического ряда произведений художников-нонконформистов. Он, как, кстати, и многие неофициальные художники в Ленинграде, что было очень характерным явлением, находились под воздействием русского авангарда, в частности, Филонова. Он пережил влечение этим мастером, благо тому, что в 60-е годы
работы Филонова постепенно начали публиковаться, да, и даже по крупицам показываться, да, я имею в виду редкую выставку в Академгородке в Новосибирске, ну и его публикацию на чешском языке. Вот смотрите, да, вот эта вот вещь удивительная, как можно было бы это сделать в 70-е годы. Я повторяю, да, на таком почти пустом или полупустом информационном поле, где, конечно, ничего не известно было ни о Жаке Тенгли, ни о Кальдере, ни о любых других художниках, о которых какие-то доносились эхо какое-то, может быть, даже, а может быть, даже и нет. Вот феномен, да, отъезда. Посмотрите, просто смотритесь в лица. Вот это типичный пример «Внимание, снимаю», да, в квартире, маленькой квартире, обратите внимание на свет, лампочку, вот собрались друзья художника, семьи, и идет такое броуновское движение, перемещение людей в комнате, вот чья-то мама испуганно вышла, очевидно, что отъезд этот носит шумный характер. И здесь очень много знакомых лиц, очень много вот исторических личностей, да, людей, которые сейчас уже, ну, составляют как бы такой вот некий летописный свод событий и артефактов, да, ну вот Арефьев и Леонов вместе. Здесь, смотрите, Глеб Богомолов, а вот на этой фотографии здесь мы видим Юрия Дышленко, да, и Геннадия Устюгова, вот он, это вот сюжет, связанный с маленьким отъездом. А теперь были художники, которые не оказались включены по разным причинам в эти две легендарные выставки – Декагаза и Невский. Одним из них был, я уже показывал его фотографию, замечательный ленинградский художник Евгений Михнов-Войтенко, учившийся у Николая Павловича Акимова в Театральном институте, но не ставший работать по специальности, выбравший именно сознательно, да, напомню, нонконформизм не надо рассматривать как вынужденное, бедственное существование, да, где-то на периферии, осознанный выбор. Так вот, Михнов-Войтенко выставился отдельно, персонально. Вот его мастерская, где на переднем плане поэт Константин Кузьминский, и вот трогательные фотографии открытия выставки, где, обратите внимание, работы... Это ДК, да, то есть, собственно, сцена, работы, выставленные на нотных пюпитрах. Вот. Вот они здесь экспонируются. Это абстракции художника, да, ДК Орджоникидзе на Полтавской улице. Сохранилось легендарное свидетельство того, как эта выставка принималась, конечно же, цензурой, безусловно, да. Накануне худсовет обязательно смотрел работы на предмет того, нет ли там, ну, как и сейчас, конечно, нет ли там работ, разжигающих религиозную вражду, порнографии, антисоветской пропаганды. И вот там было такое слуховое окошечко, благодаря которому Михнов и его друг оказались причастны невольно к обсуждению. И худсовет остановился перед одной работой, и долго что-то они шушукались. И выяснилось, что в его абстракции, а это чистого рода именно абстрактное искусство, да, там нет каких-то выходов прямо напрямую каким-то фигуративным образом, они, если создаются, то создаются совершенно интуитивно на бессознательном уровне. Так вот, они приглядываются и говорят: слушайте, вы понимаете, что это портрет Троцкого? Ага. А и вот когда, значит, Михнова позвали, говорят: ну хорошо, все, выставку мы одобряем, но вот эту работу снимите, пожалуйста. А он говорит: а почему? Снимите. Вот, нельзя, антисоветская пропаганда. Да. Ну вот, а так выставку одобрили, да, но что такое выставка в фойе, да, Дома культуры? К сожалению,
это такое, конечно, событие скромное, да, безусловно. Тем не менее, вот Приходько, который был вдохновлен Кузьминским. Вот вторая фигура, да, вот я говорил о Рухине, как одним из людей потрясающей жизненной социальной активности, человеком, да, который был связующим мостом между Москвой и Ленинградом, который не боялся писать американскому художнику, и тот приезжал к нему в мастерскую на Красную улицу. Да. Вот вторым таким персонажем, а это, кстати говоря, очень любопытный момент на открытии выставки, да, мы видим, играют на лютне и флейте, да, музыку, какую эпохи, конечно, Ренессанса. Очень была тогда популярна эта музыка, и не случайно Анри Волохонский, Хвостенко, да, свой замечательный романс, да, под, «Над небом голубым» записали как будто бы под видом анонимного произведения, да, композитора XVI века. Даже грампластинка вышла в 1974 году с их произведением. Ну вот, вот очень характерно, да, такой вот нейтральный, такой певучий, задумчивый интонационный ряд произведений, которые показаны на сцене. И вот сейчас я обращусь к фигуре Кузьминского. Очень много фотографий здесь сделаны Борисом Смеловым. Собственно говоря, Константин Кузьминский – одна из также центральных фигур ленинградского неофициального искусства. Это художник, это поэт, поэт, который причастен был к созданию, и вот на экране как раз это видно, выставки, которая стала точкой отсчета ленинградского фотоандеграунда и, более того, как говорят, точкой сборки многих фотографов ленинградских, которые ощутили возможность показывать это другое искусство, да, другую фотографию. Почему? Вот смотрите, хронология такова. Сентябрь – это бульдозерная выставка, да, декабрь – газа, а в октябре, то есть очень скоро, открылась выставка, которая, историческая выставка также, которая получила название «Под парашютом». Выставка на бульваре, опять-таки рядом профсоюзов, в Конногвардейском бульваре, где Кузьминский в своей квартире, и о квартирных выставках еще пойдет речь на дальнейших лекциях, где Кузьминский организовал первую выставку ленинградских фотографов, которые на тот момент также были разобщены и не очень знали друг о друге. А здесь был представлен сразу же, как вот ему удалось выйти, да, чуть ли не весь цвет ленинградского фотоандеграунда. В частности, был представлен ну, сейчас главный художник, да, фотоандеграунда, это Борис Смелов. И два Бориса, Борис Смелов и Борис Кудряков, были, как это, крещены, да, заново Кузьминским. Он дал им прозвище «Пти Борис» и «Гран Борис». И вот это легендарная выставка. Надо сказать, что для того, чтобы сделать эту выставку, вот видите наверху парашют, да, его знакомые действительно натянули на потолке парашютную ткань, которая давала рассеянный свет, что очень важно для фотографии, чтобы она не бликовала, не затемнялась. Более того, стены были закрыты картоном, ну, как пишут в мемуарах, откуда-то сворованным, но неважно. Сам Кузьминский в течение всего вернисажа возлежал на кушетке и вел беседы с публикой. Смотрите, справа человек в очках – это поэт Аркадий Драгомощенко. Об этом событии сохранились разного рода мемуары. В частности, говорилось также, что выставку «Под парашютом» также снабдили и каталогом
что было удивительно на тот момент. Вот эти фотографии, где он прогуливается по Ленинграду 70-х годов, сделаны как раз Борисом Смеловым. А у Кузьминского, и, собственно, он был инициатором документации, во многом он ленинградской художественной жизни, была такая установка, он говорил фотографам о том, что необходимо просто все фиксировать, все события, да, все какие-то вот эпизоды разной художественной жизни, деятельности и так далее. Вот Кузьминский, Глеб Горбовский. Кузьминский вскоре эмигрирует, да, то есть он только-только застанет начало газаневщины, газаневской культуры, и эмигрирует на Запад, и там станет хранителем бесценного архива разного рода документов и создателем сайта, отсылаю вас к нему, да, «Поэты Голубой лагуны», где как раз множество бесценных мемуаров и свидетельств приведены самим Кузьминским, который сыграл такую же по отношению к русскому авангарду роль историографа, мемуариста, как и в свое время поэт Бенедикт Лившиц, чья книга мемуаров «Полутораглазый стрелец» была издана еще в 30-м году. А вот Смелов запечатлел Рихарда Васме. И вот здесь, на квартире у Арефьева, смотрите, замечательная публика. Тут и Кузьминский, и Васми, и Легачев, и Арефьев. Кузьминский и Васми. Васми здесь напоминает актера Маковецкого, да, из какого-то фильма про советскую жизнь. Но он был очень колоритной личностью, я имею в виду, в отличие от буйного Арефьева, Васми, наоборот, был тихий, молчаливый аскет, да, который был совершенно асоциален. Вот здесь вот Душленко и Кузьминский за чаем обсуждают что-то между собой. Обратите внимание, кстати говоря, Кузьминский при всем таком поэтически-расистном виде довольно модно одет. Это кожаные штаны для 70-х годов. Это такой вот знак принадлежности именно к другой культуре. А вот здесь вот он в виде такого пана античного, устав лежать на кушетке, решил стать, может быть, частью следующего перформанса, да, вот, и сохранились воспоминания о Кузьминском как поэте, который практиковал разного рода такие хулиганские на грани фола действия, говоря о том, что все искусство построено на эксгибиционизме, а так или иначе, да, все равно художник что обнажает? Душу обнажает, да, себя, вот, и так далее. Вот здесь мы видим фотографии, где Кузьминский поясняет гостям происходящее. Здесь удивительная фотография Приходько, да, это такой литератор, диссидент Давид Дар, вот эпизод встречи. Вот, кстати говоря, уникальная фотография, я считаю. Это, смотрите, слева молодой совсем, тонкий, как тростиночка, изящнейший Аркадий Драгомощенко. И справа такой же молодой, вот с сигаретой, да, Борис Смелов. Что это была за выставка? Кто участвовал еще, да? Ну вот Валентин Мария Тиль, Самарин, Геннадий Приходько, Борис Смелов, Борис Кудряков, Ольга Корсунова. Всего 23 автора. То есть это была такая солиднейшая, ну, экспозиция, причем фотографии, вы посмотрите, вот, в частности, вот эти фотографии, это теперь классика, ну, вообще, вот, Богданов там, Леон, например, виден вот на, вот здесь вот,
классика, ленинградская, черно-белой, серебряной фотографии этого времени. И Кузьминский, да, эмигрирует. Вот феномен человека, который много чем увлекается, создает, собственно, прецедент рождения целого явления, да, и покидает страну. Есть пронзительные, обидные стихи Глеба Горбовского, которые рисуют нам отъезд Кузьминского в аэропорту, как тот, повернувшись спиной к востоку, смотрит на запад, и Горбовский говорит: «Ну, повернись же, повернись!» Вот, но этого не происходит. И можно сказать, что вот это стремление другого искусства к выходу за ограниченные пределы было не только попыткой преодоления вот внутренних границ, но и внешних, да, уезжали именно с попыткой преодоления вот этой ограниченности, в которой художники были замкнуты. И, может быть, пожар в мастерской Рухина был также следствием того понимания, ну, как бы, силы, фигуры этой Рухина, который не боялся никаких барьеров и запретов, и был такой вот неудобной личностью для многих, ну, как вот, как можно быть этой личностью удобной, да? Конечно же, это будет неудобная личность. На фоне, кстати говоря, работы Рухина Кузьминский здесь сфотографирован. Вот. А это, очевидно, работа Арефьева, да, это портрет Кузьминского, который выполнен в такой вот сутинской, очень экспрессивной манере, да, такой вот кровоточащей живописи. Вот удивительная фотография, сделанная врасплох. Это Драгомощенко и Смелов. Да, именно на Смелова и на Кудрякова, и на Приходько, как и на многих, Кузьминский обратил внимание. Как вот у Аполлинера был в свое время дар, да, вот как бы обозначать некие явления, имена, давать им уверенность вхождения в жизнь. Так и у Кузьминского тоже был вот этот дар, да, посвящение художников в личности. Это очень важно. Вот смотрите, как он здесь восседает. Прямо как вот точно античный Пан, да, вокруг всех своих оживших персонажей. Ну и какие здесь замечательные персонажи, как всегда хохмит Анатолий Белкин. Смотрите, видите, он изображает какого-то парижского клошара, инвалида, да. Вот здесь Захаров Рос, Андрей Геннадьев, Юрий Петроченков. Судьба многих из них сложилась исключительно драматично, и на данный момент это такой вот, может быть, счастливый в чем-то момент их обретения, их голоса, да, вот неофициальный художник обрел голос. Вот замечательная фотография, да, с Давидом Даром. Несколько фотографий Приходько, о которых еще я не говорил, не показывают каких-то постановочных сюжетов. Да? Очень многое сделано так на скорую руку. В частности, вот эти вот фотографии, вот эти вот, вот это своего рода пресс-конференция, да, художников той культуры, которая получила потом название Газаневской. Вот эта замечательная фотография, тоже сделанная врасплох, где, в частности, на заднем плане еще одна значительная личность, художник Геннадий Зубков. Надо сказать, что зубковцы были представлены, то есть стерлиговцы, извините, были представлены на этой выставке, несмотря на то, что сам Стерлигов вот не дожил до этого времени.
до того, когда его школа могла бы быть легально выставлена. И вот как раз на этой выставке Приходько был сделан кадр, знаменующий встречу буквально первого и второго авангарда, или первого и второго модернизма. Это художница Татьяна Глебова, вдова художника Владимира Стерлигова. Это искусствовед, исследователь русского авангарда Алла Васильевна Повелихина и ученик Стерлигова и Глебовой, соответственно, поскольку они основали вместе так называемую домашнюю академию, приватное, да, такое начинание, Геннадий Зубков на фоне как раз вот художников круга Стерлигова, то есть такой уникальный момент. Надо еще выяснить, да, все участники вот этой выставки носят значки. Что это за такая отличительная черта, да? Ну, я вот не встречал в литературе упоминания о том, что были выпущены значки, однако этот круглый значок у всех присутствует. Вот, кстати говоря, уже упоминавшаяся работа Александра Леонова и то самое столпотворение, вот очень характерная фигура, немножко растерянной женщины. А кто ей объяснял когда-нибудь, что это такое? Но надо сказать, что как и в 30-е годы, когда выставку Филонова собрали, но не открыли, и устраивали закрытые показы специально рабочих коллективов, не было отрицательных отзывов, так и здесь. Отрицательные отзывы были, но их было меньшинство. А большинство отзывов рабочих, которых специально водили и показывали, было положительным. То есть это важный момент, да, не было такого негативного отношения к этому другому искусству, да, хотя понятно, что идеологически оно могло бы преподнесено как антисоветское, как там и так далее. Наверное, в завершение лекции я хотел бы сказать о том, что идея того, что художественная жизнь есть отдельная самостоятельная история искусства, в которой может быть даже художник существовать или поэт вне работ, эта идея очень плодотворная. Вот недавно была выпущена книга ленинградского петербургского искусствоведа и художника Андрея Леонидовича Хлобыстина «Шизореволюция». Это, собственно, о художественной жизни Ленинграда 70-х, 80-х, 90-х годов. И выясняется, что такого рода жизнеописание, подобно тому, как Вазари когда-то описал художников, да, Ренессанса, назывался это жизнеописаниями, очень важны. Вот в сухом остатке, в конце концов, остаются какие-то небольшие работы. Многие из них сделаны кровью, буквально, да, это маленькие отрывки, клочки бумаг, какие-то холстики и так далее, многое не сохранилось, но сам образ художника и людей, которые жили в то время, да, они проясняют очень многое из того, что можно было бы узнать без слов, просто почувствовать атмосферу жизни, какие-то жесты, улыбки, да, оставить в памяти какой-то образ человеческий, за которым потом уже можно открыть для себя художника искусство. Идея вот, запечатления художественной жизни, она же должна быть внедрена. Вот благодаря Кузьминскому начались вот эти фиксации, сознательные уже. Это были не просто любительские съемки, дружеские, да, как часто делают это сейчас, в
век такой тотальной оцифрованности, да, всей жизни. Все, что мы видим, есть уникальные крупицы, уникальнейшие крупицы, да, которые были сделаны благодаря тому, что художники, фотографы осознавали то, что на этих выставках и вокруг них творится история, что все это является действительно вехами в создании истории другого искусства России. И, как я говорил в начале, вот история западного искусства 70-х годов, где-то примерно с эпохальных выставок Харальда Зеймана, творится по крупным художественным выставкам. Так и здесь, да, вот Ленинградский андеграунд был отмечен событиями, которые носили такой во многом провиденциальный характер. И в дальнейшем вот вся история неофициального искусства, а потом перестроечного и постперестроечного, она заключалась в фокусировке на данном каком-то моменте событий, которые вот образовывали уже историческую канву, в которую были включены одни художники, а выключены уже другие. Вот не случайно я говорил, что середина 70-х – это такая точка сборки, да, потому что потом ведь начинается конец 70-х, начало 80-х, новое такое как бы утяжеление, да, идеологического пресса и в то же время эмиграция. Из тех художников, которые на тот момент собрались вот перед объективом, как вот в считалке, да, 10 негритят, кто куда попал, пошел, не сформировалось какой-то монолитный культуры, да, и многие из них стали представителями зарубежного русского арт-сообщества, да, мало кому из них удалось, подобно москвичам, например, да, сделать себе карьеру. Вот мы присутствуем на таком трагическом изломе, с одной стороны, надежды и какой-то даже, может быть, счастливое, безоблачное такое время надежд, а с другой стороны, понимание того, что это вообще ну, маленькая такая вот толика той свободы, которую они могли бы получить в иных условиях, обстоятельствах и так далее. Вот это другое искусство, другая культура. Как раз благодаря фиксации многих фотографов в 70-х годах и обретает свою мифологическую легендарность. Мы как будто бы заглядываем туда в то время, когда все еще вместе, не разбежались, многие еще живы, и когда есть понимание того, что вот они сейчас обозначили рождение другого искусства. Вот они обозначили рождение другого искусства. И несмотря на то, что они очень разные, у них есть множество связующих каких-то качеств, начал, да. Это не значит, что вот сейчас они все образуют какую-то одну группу. Нет. Надо сказать, что, кстати говоря, вот, например, в 1975 году в неофициальном Ленинграде появляется группа «Алев», «Начало», да, группа еврейских художников, но, про которые тоже существуют анекдоты, что Шалом Шварц сказал, что я вот без своего друга Рихарда Васми, у него было финско-эстонское происхождение, не буду в этой группе существовать. А Арефьев заявил кому-то, ну, кто из вас обрезанный? Выяснилось, что никто, а он немедленно показал, был единственным таковым вследствие болезни, хирургического вмешательства в детском возрасте. Вот, ну, такие анекдоты, да, из жизни другого искусства середины 70-х годов можно множить, да, за каждой личностью показанной тянется какой-то шлейф воспоминаний, какие-то образы, которые вот начинают как образ такой, знаете, вот сухарь размоченный, да,
начинает он становиться съедобным и обретать былые очертания. А при том, что тот архив, который сейчас создается здесь, вот на этой территории, это, конечно, только самая малая толика из вот той лавины фотографий, но все куда-то исчезает, да, и рано или поздно надо начинать собирать камни. Ведь тот же Кузьминский, умерший всего 2 года назад, потерял большую часть архива, да, его смыло просто водой. Вот осталось только многое то, что существует в электронном виде, опубликованном на сайте, да, но что такое электронный вид, да? Все-таки нужны материальные свидетельства, да, вот эти вот оттиски, отпечатки, которые сами по себе уже являются живыми носителями именно того времени, 70-х годов. И ведь 70-е быстро сменили как бы свою вот модель существования, свой образ, да, и пришло совершенно другое время, поэтому вот как у Пушкина нам не дано в часы минуты роковые, да, блажен, кто посетил сей мир, да, его минуты роковые. Вот действительно мы присутствуем при роковых минутах, да, очень драматичных рождений, и в то же время, ну, как бы драмы, да, этого другого искусства. И смотрите, в середине 70-х рождается соцарт в Москве, рождается концептуализм в Москве. Дипломаты и коллекционеры где? В Москве. Это происходит в 70-е годы. И это, конечно же, начинает создавать вот ту двойственность путей развития ленинградского и московского андеграунда, которая печальна, да, потому что искусству, культуре вообще необходима публичность, и она не может существовать в подполье. Да. Слова, кстати, философа Мамардашвили. Вот, поэтому вот то подполье, которое было в Ленинграде 70-х годов, оно как будто бы обрело дыхание, но ему этот кислород немедленно снова перекрыли, да, о чем свидетельствует вот разгон выставки памяти Рюхина и акция художника Юла Рыбакова, да, когда он на стенах Петропавловской крепости написал шинными буквами, да, «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков». Вот, за что получил статью по именно, как это, политической, да, вот статье. Был осужден. Ну вот, но любопытно, как вот в этой же среде, как тот же Бобко Шелохов, который узнал, что он художник, женился на итальянке и года не пробыл в Италии, вернулся в Россию, потому что сказал, ну там та же клетка, только золотая. Вот, и благодаря ему началось движение группы «Летопись», куда входили молодые на тот момент художники Елена Фигурина и Тимур Новиков. Вот как важно, да, по Новикому вот эта парампора, вот эта передача, да, каких-то даже не сколько художественных умений, сколько активности, желания состояться как личность, как художник, да, и вот где-то в 70-е годы происходит уже зарождение совершенно другого образа неофициального художника, который представлял собой Тимур и его команда. Да? Это уже начало 80-х годов. Вот любопытно, как время изворачивается, да, и дает совершенно новый виток как бы вот, другого смыслового совершенно наполнения жизни. Да? Но, конечно, для Ленинграда начала 70-х годов вот эта несостоявшаяся, может быть, линия, которую вел Рюхин, смело, да, позиционируя себя как свободную личность,
не зависящую от никаких обстоятельств, да, она, конечно, была задавлена, да, и, возможно, и судьба других неофициальных художников Ленинграда была бы иной, да, если бы не вот это точечное выдавливание, да, и уничтожение каких-то отдельных фигур, которым приходилось выбирать между свободой и несвободой. Вот, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задать прямо сейчас. Да, пожалуйста. Да, Академгородок, конечно, совершенно отдельное место, это, в общем, закрытое, да, пространство, куда, конечно, можно было приезжать редким людям, любителям искусства, но там, благодаря ученым-генетикам, сформировалась очень благоприятная атмосфера, благодаря которой прошли выставки, да, вот, в частности, выставки Филонова, например, да, и выставка Шемякина, еще ряд Лисицкого выставка. В Москве библиотеки Маяковского Николай Иванович Харджиев делал маленькие, скромные очень выставки своих друзей-авангардистов, художественной книги русского футуризма Хлебникова и так далее. Как мы знаем, и в Свердловске в 70-е годы зарождается вот это альтернативное или другое искусство. Более того, сейчас из каких-то разрозненных таких точечных примеров Свердловское другое искусство обретает такую довольно мощную картину, что это не было творчество каких-то там двух-трех художников или одной группки, а что вот это было такое даже именно осознававшее себя как другое искусство андеграунда. Но за исключением Москвы, Ленинграда и Свердловска мы не знаем таких вот сообществ, мало. Пока можно сразу сказать, что их не было, скорее всего, их не было, были, может, отдельные личности, и если мы посмотрим на биографии многих ленинградских художников неофициальных, то мы видим, что они родились не в Ленинграде, многих. То есть Ленинград и Москва, конечно, и были, и есть притягательные силы, пространством для того, чтобы туда приезжали, и там уже люди состоялись вот в том, в той стезе, которая кажется им наиболее адекватной или достойной. Или как биографии многих рок-музыкантов тоже, да. Кстати говоря, вот в ДК «Невский», надо сказать, что он был построен, это вообще замечательно. Вы там были когда-нибудь на Обуховской обороне? Это прекрасное советское здание 72-го года постройки, то есть фактически ДК «Невский» был новым зданием. Ну вот сравните, я не знаю, что сейчас. Ну вот гараж, например, московский, да? Вот, огромное, красивое здание, архитектор Левинсон и компания, выдающийся ленинградский архитектор. Вот, вот, пожалуйста, вам как там протарили туда дорожку ленинградские нонконформисты, а потом там были первые концерты рок-клуба и так далее. Надо еще посмотреть, кто там был директором. Это же все всегда связано с личностями, которые поддерживают такое искусство. Вот когда в Ленинградском доме печати в 27-м году прошла выставка филоновцев, потом «Три левых часа», «Вечера Бериутов», да, это казалось удивительным, в то время, когда уже авангард выдавливали из ленинградской художественной жизни. А там был такой прогрессивный директор Николай Павлович Баскаков, который, собственно, все это организовал. Вот. То есть надо еще помнить о том, что вот в Ленинграде были люди, которые брали на себя ответственность и давали возможность художникам показывать эти работы, что очень важно, да, поскольку всегда и цензура внешняя, и внутренняя существует, и
это является очень, ну, таким печальным фактором сдерживания, да, когда художник приходит к тому человеку, который ответственен за устройство выставки, и получает отказ. Да. Ну, все тогда. Приходите на лекции. Да.